Мадхава Кунджа Бихари Джайора. Опи Джанавала Бха Гиривараддхари. Опи Джанавала Бха Гиривараддхари. Яшода Нандана Браджа Джанаранджана Яшода Нандана Браджа Джанаранджана Ямуна Тира Ваначари Ямуна Тира Ямуна Тира Ваначари Ямуна Тира Джайо Радха Мадхава Кунджа Бихари. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Рама, Рама, Хари, Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари, Хари. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама.
Раму Раму, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари
Hari. Janayu Radha Madhava Kunja Bihari. Janayu Radha Madhava Kunja Bihari. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Shri Harinam Sankirtan Yahiki Shri Prabhupada Нитай Гора Брамананды. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Продолжаем читать Шримад Бхагаватам, 6 песня, 13 глава, 3 текст. Шри Раджо Вача Индрасья Нивритер Хитум Индрасья Нивритер Хитум Шротум Мичами Бхомуне Шротум Мучами Бхомуне Ена Сансукино Дева Ена Сансукино Дева Харир Духам Куто Бхават Харир Духам Куто Бхават Шри Раджо Вача Индрасья Нивритер Хитум Сья Нивритер Хитум Шротум Ичами Бхомуне Тум Бучами Бхомуне Ена Сансукино Дева Сансукино Дева Харир Духам Куто Бхават Духам Куто Бхават. Прабу, пожалуйста. Шри Раджу Вача Индрасья Нивритер Хитум Шротум Мучами Бхомуне Ена Сансукино Дева Харир Духам Куто Бхават Мадж Шри Раджу Вача Индрасья Нивритер Хитум Шротум Ичами Бхомуне Ена Сансукино Дева Харир Духам Куто Бхават. Это же просто. Сираджу Вача Индрасья Нирвритер Хитум Шротум Ичами Бхомуне Ена Сансукино Дева Харир Духам Куто Бхават. Махараджа Парикшит спросил Шукадеву Госвами: «Поведай мне, о великий мудрец, чем был опечален царь Индра, когда убил Вритрасуру? Я хочу услышать об этом. Все другие полубоги ликовали, почему же Индра был так несчастен?» Комментарий. Это, несомненно, очень разумный вопрос. Гибель демона всегда радость для полубогов. Но в нашем случае, когда все полубоги радовались гибели Вритрасуры, Индра почему-то был опечален. Почему? Нетрудно догадаться. Индра сознавал, что лишил жизни великого преданного и брахмана. Вритрасура мог казаться демоном, но в сердце он был чистым преданным, а значит и великим брахманом. Как следует из этого стиха, иметь демоническую внешность или демоническое происхождение еще не значит быть демоном. Пример тому Махараджа Прохлада и Махараджа Бали. Поэтому истинная культура требует, чтобы мы не причисляли кого-то к полубогам или демонам только на основании его происхождения. В сражении с Индрой Вритрасура проявил
себя великим преданным Верховной Личности Бога. Кроме того, когда Вритрасура прекратил сражаться и был якобы убит, он тотчас вознесся на Вайкунтхалоку и занял место в окружении Господа Санкаршины. Индра знал это и потому переживал из-за того, что убил демона, который в действительности был вайшнавом, а следовательно и великим браманом. Всякий вайшнав уже является браманом, тогда как не всякий браман обязательно является вайшнавом. Падмапурана гласит: «Шаткарма нипуно випро мантра тантра вишарадах, а вайшнаво гурур насят вайшнавах швапачо гурух». По своему происхождению и воспитанию человек может быть браманом и знатоком вед, мантра тантра вишарадах. Но если такой человек не вайшнав, он не имеет права быть гуру. Это значит, что даже опытный браман может быть не быть вайшнавом. Но вайшнав в любом случае браман. Если у человека в кармане 100 или 1000 долларов, это еще не означает, что он миллионер. Но у миллионера всегда найдется несколько сотен или тысяч долларов. Итак, Вритрасура был браманом потому, что он был совершенным вайшнавом. Омагинати мирандасья, янанджала шалакая чакшун милитам минатас май шри гураве намага, шри чайтанья манобиштам стапитам ина бутале, своям рупака намаян дадати свападантикам. Джай шри Кришна чайтанья прабу нитьянанда, шри Адвайта Гададхара, шри Васади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Итак, здесь мы продолжаем читать эту историю с Индрой и Вритрасурой. И здесь Махараджа Парикшит хочет узнать, почему Индра был опечален, так как он убил Вритрасуру. То есть и очень интересно, то есть почему, потому что как бы почему Махараджа Парикшит он задает этот вопрос. Видите, Махараджа Парикшит, он же понимал, он же выслушал историю, он понимал, что этот, ну, как бы, Вритрасура был преданным. Ну, то есть он не был демоном. И Индра его убил. Ну, и как бы, ну, по идее, то есть сам мог догадаться, почему Индра был опечален. Да? То есть зачем спрашивать? Почему он спрашивает? Ну, понятно, потому что Вритрасура был преданным, вот, он на самом деле не был демоном, то есть мог сказать Шукадева Госвами. Я же тебе рассказывал вот, только что перед этим. Вот. И поэтому Индра был опечален. Вот. Почему Махараджа Парикшит спрашивает? Потому что непонятно, почему Индра был, то есть ему непонятно, почему Индра был опечален, потому что Вритрасура был преданным, вот, но то, что Индра его убил, это совпадало с желаниями Вритрасуры, понимаете? И это совпадало с желанием Господа. То есть он ему сделал услугу, вот, понимаете? И поэтому Махараджа Парикшит, то есть с любой точки зрения, то есть если он демон, нет причины печалиться, если он преданный, тоже нет причины печалиться. То есть потому что это соответствовало с желанием Вритрасуры. Вот, он хотел вернуться обратно к Богу. И Махараджа Парикшит, Шукадева Госвами уже рассказал, что Вритрасура, он вернулся домой к Богу. Вот, и Махараджа Парикшит, тем не менее, спрашивает. То есть, почему? Потому что он не поймет, почему Индра был опечален, потому что не было причины для скорби. Вот. И здесь Шрила Прабхупада об этом не пишет в комментарии, но как, вот я как бы думал об этом, то есть почему все-таки Индра был опечален. И единственная причина, которая идет
Наум, почему же он был все-таки опечален, это потому, что он переживал за себя. Потому что он понимал, что реакции придут. Потому что Вритрасура Браман, он уже имел опыт, когда он убил этого самого Вишварупу, да? Да, еще, да. И там, по-моему, таких особых последствий не было. Вот когда Вишварупу он убил, там были последствия, и он страдал от этих последствий. И поэтому он, все как бы радовались, кто-то радовался, кто думал, что это демон, что демона убили, кто-то радовался, что понимал, что он в духовный мир ушел, этот великий преданный. Вот. Но Индра именно был опечален, потому что он думал, то есть ожидал, что вот придут сейчас реакции, вот, за убийство Брамана, потому что уже у него такой опыт был печальный, то есть и к нему пришли реакции, ему пришлось страдать. И, ну, это единственное объяснение, которое приходит как бы на ум, то есть логично. Вот. И если попытаться разобрать. И очень интересно, потому что то, что Индра убил Вритрасуру, это был как бы план Господа. И поэтому Кришна говорит, что Арджуне, Сарват Гарман Паритяжа, то есть действуй в соответствии с моим желанием, с моим планом, и тогда последствия твоих действий не, то есть тебе не придется страдать за последствия своих поступков. Вот. И то есть я тебя избавлю от этих поступков. И здесь такая же ситуация, то есть здесь то, что Индра убивает Вритрасуру, это также соответствует планам Господа, потому что Господь, он хотел, то есть это было желание его преданного Вритрасуры вернуться домой к Богу, и Господь, он, то есть через Индру, он исполняет это желание, то есть, ну, фактически Индра, он как бы таким образом служит Господу. Но очень интересно, так как у Индры не было вот этого, и то есть по идее Индра должен быть защищен, понимаете, от последствий этих грехов, по идее. Но как мы видим дальше, то есть, да, он не был защищен. То есть дальше мы будем читать, как олицетворенный грех, убийство Брамана в форме старухи начал преследовать Индру, да, и он ему пришлось там бегать от него. Вот. И это же в этой истории, да? Потом. А когда Вишварупу он убил, то там как у него реакции пришли? Я уже не помню. А тут уже придет старуха, да. И это очень интересно, почему же, то есть это было соответствовало желаниям Вритрасуры, то есть вернуться домой к Богу, он его убил, то есть это соответствовало желаниям Господа, и тем не менее к Индре пришли реакции. И вот эти реакции пришли, потому что у него было такое сознание. То есть когда он убивал Вритрасуру, он не сражался ради Господа, понимаете? Вот. То есть я к чему привожу, то есть чем примечательна эта история? Тем, что как насколько сознание влияет на нашу жизнь, на наши плоды. Понимаете? То есть так как Вритрасура, Индра, сражаясь с Вритрасурой, он не сознавал вот этот план Господа, и у него мотив был другой. У него мотив был защитить свое положение царя райских планет и так далее, ну и убить как бы Вритрасуру там, видим. То есть он сражался за свое положение, за свои привязанности материальные. Вот. И из-за этого, хотя это был, хотя то, что он делал, это соответствовало с планом Господа, тем не менее он, к нему пришли реакции. Да точно так же люди все в материальном мире, то есть как они, вот как Утама Адхикари, он видит, что все заняты служением Господу, понимаете, все
живые существа. Но к ним приходят реакции, потому что они не предаются Господу, то есть они не делают это, то есть они не служат Господу осознанно, да? Вот. И не служат Господу осознанно. Поэтому к ним приходят, они страдают от кармы. Хотя внешне преданные и обычные люди, они могут заняты быть похожей деятельностью, да? Это очень, то есть, примечательно в этой истории, так как Индра, он не действовал сознательно не служил Господу, не сознавал вот этот план Господа, и хотя то, что он делал, это соответствовало его плану Господу, к нему пришли реакции, то есть Господь его не защищал. А если бы он сознавал этот план Господа, то он бы был исполнен радости и исполнен, он бы не печалился, все было бы хорошо в его сознании. И да, и здесь также Шрила Прабхупада в комментарии, он больше уделяет внимание тому, что по внешнему виду, то есть по внешнему, внешний вид это включает в себя поведение внешнее и так далее, привычки, наклонности, то есть это все, проявляет нашу обусловленность, то есть или природу эту обусловленную, материальную. Которая гунакарма, в которой мы сейчас находимся. Вот. И Шрила Прабхупада здесь объясняет, что по внешнему, по этим внешним качествам, по внешним признакам, то есть мы не можем судить о человеке. То есть кто-то может быть, обладать брахманическими качествами и быть брахманом, но не обязательно, что он будет преданным. Вот. То есть, а с другой стороны, преданный он уже брахман, Шрила Прабхупада говорит. Хотя он внешне может выглядеть и вести себя, то есть проявлять какие-то демонические качества, какие-то демонические наклонности. Вот. Поэтому, говорится, очень трудно понять действия чистого преданного. Вот. И как мы видим также здесь, то есть в этой истории, то есть Вритрасура, он сражается, то есть он нападает на полубогов, и в том числе на Индру, а они преданные, то есть он с ними сражается, то есть он внешне ведет себя как демон, понимаете, и попробуй догадайся, что это план Господа, что он, знаете, например, наезжает на преданных, вот у нас, например, в обществе кто-то, например, да, берет и начинает наезжать на преданных, на других, да, там, за что-то, по какому-то там поводу, да. И, это всегда осуждается, да, это неправильно, наезжать, там, критиковать как-то речь, понимаете. Вот. Но не все так однозначно. Обычно, это осуждается, да, это неправильно, то есть это нехорошо, мы стараемся, этого избегать. Но это может быть не однозначно, то есть не всегда со знаком минус. То есть это может быть план Господа такой. Понимаете? То есть таким образом может Господь что-то хочет донести, то есть какую-то проявить истину для других преданных и так далее. То есть, поэтому мы всегда должны быть очень внимательны, аккуратны, то есть, чтобы как-то не принимать ничью сторону или правильно, то есть, оценивать эту ситуацию. Потому что это все важно, это может отразиться на нашей также духовной жизни. И здесь также Вритрасура, он сражается с Индрой, с полубогами, но это оказывается такой план Господа. Вот. Такой план Господа. Или, например, Индра, он хочет уничтожить обитателей Вриндавана, уничтожить Кришну. Вот. И мы можем подумать, так он такой же самый, как Камса, потому что Камса это демон, и он хотел уничтожить Кришну, посылал демонов во Вриндаван, чтобы они его убили. Вот. И мы можем подумать, так Индра это такой же самый, как
как Камса. Нет, другой. То есть он преданный, но он ошибается, например. То есть он может проявить, то есть какое-то невежество и таким образом действовать. И Кришна его, то есть по-другому исправляет. То есть Кришна его исправляет. То есть если демонов Кришна убивает, то своих преданных Кришна поправляет. Поэтому, ну, то есть не все имеется в виду в духовной жизни просто понять, то есть не все однозначно. И мы вот эти вот вещи, то есть изучаем для чего? Для того, чтобы понимать это и применять в нашей жизни это знание, потому что это очень важно правильно судить о событиях, которые происходят в нашей жизни, вот, вокруг нас. И это называется вигьяна. Вигьяна – это реализация. Реализация. И вот эта вигьяна или реализация, она отличает вайшнава. То есть это вайшнав. Вайшнав как раз это тот, чем отличается, здесь говорит Шрила Прабхупад. Не обязательно браман это вайшнав, но любой вайшнав это уже автоматически браман. Чем отличается браман от вайшнава? Тем, что браман, он имеет знание теоретическое. Он может качествами обладать, такой быть, ну, хороший, правильный там, и так далее. Но вайшнав, он обладает вигьяной, понимаете? То есть браман, он может преподавать, например, да, какое-то знание, учение, но это не обязательно, что он это уже реализовал, понимаете, и глубоко знает, и может применять это. А вайшнав, он знает, он, потому что он знает Кришну, он знает, он имеет вот эту вот реализацию, вот, реализацию духовного знания. Вот. Поэтому он уже действует на этой на духовной платформе. Поэтому он автоматически уже браман. И поэтому, как сказать, Вритрасура, он хотя находился, то есть этот, в теле демона, этот преданный, вот, он действовал, как у него была вот эта вигьяна. Да? Он действовал как не тело. Он понимал, я душа. Понимаете? А Индра, он имел брахманическую квалификацию. То есть Индра, он был как, ну, по понятиям, да, брахман. Но он, когда случилось какие-то, ну, там, когда Вритрасура его слона, там, помню, ударил, ну, как бы, что он так почти выронил этот свое оружие там, из своих рук Индра. Вот, то есть когда начал Вритрасура доминировать в битве над Индрой, то Индра, он испугался, то есть его одолел страх. И страх – это признак материального сознания. То есть в жизни, в практической ситуации, вот, Индра, он, хотя он наверняка обладал этим знанием теоретически, вот, но он забыл о духовном знании и начал просто бороться, то есть за переживать, вернее, не бороться, потому что его парализовал, сковал страх, он не мог бороться. Потому что он слишком начал переживать за свою жизнь и за свое вот это положение, то есть за свое царство. То есть вот эти вот материальные привязанности, они делали Индру слабым. То есть они обуславливали, сковывали его. Вот. А Вритрасура чем отличался? Потому что у него была вот эта вот глубокая реализация. Он понимал свою связь с Господом, и у него и было вот это желание сильное лаульем восстановить свои отношения с Господом, вернуться обратно в духовный мир к Господу. И это делало его сильным и бесстрашным. То есть вот это вигьяна, то есть духовное, реально духовное понимание жизни. Вот, то есть в этом отличительный признак Вритрасуры. И поэтому здесь Шрила Прабхупад пишет, что любой, как люди в Индии, вот когда Шрила Прабхупад, почему у него очень много таких комментариев, он критикует браманов,
в Индии, которые на самом деле очень такие чистые люди, они там всю жизнь, короче, могут такие быть, родились там уже в семьях таких с детства, там просад едят, мясо никогда не ели. Они там шастры изучают и много стихов знают и так далее. Вот. И отличаются очень таким культурным поведением. И Шрила Прабхупада их критиковал. Почему? Потому что они не признавали западных вайшнавов, то есть вайшнавами. То есть они считали, что у них такая в Индии тема, что вот это все, что за пределами Индии, это, короче, демоны все. Вообще, у них очень сильно это, на самом деле, до сих пор это. Сейчас уже меньше, но все равно у них в сознании это очень сильно. А в те времена это было еще сильнее. И оно так и было, потому что реально эти ученики, которых привозил Шрила Прабхупада, они бывало там, американцы, знаете, ну, они вели себя очень не браманично, мягко скажем, да, то есть они ну, проявляли свою демоническую природу, ну, вот. Но они были вайшнавами. Иногда они совершали ошибки, из-за этого падали. Я рассказывал этот, как его, Бхавананда с вами, он был в Доджая Патаки Махараджа, то есть они вначале были как бы лидерами этого проекта майяпурского. И Бхавананда с вами был старший, Джапатака Махарадж ему помогал. Потом Бхавананда, он погрузился в майю, оставил саньясу, вообще, ну, оставил практику, уехал в Америку. Вот, и тогда ну, уже Джапатака Махарадж возглавил этот проект майяпурский. И он рассказывал, что я, говорит, просто душил этих бенгальцев, короче, этих строил индусов, потому что у них, ну, как бы, Индия, если кто был вот в Индии, то есть они такие, знаете, вот, ну, на расслабоне такие. Вот индусы, они такие люди, вот у них ну, там, природа такая, все, атмосфера такая. Они такие необязательные, знаете, они там, вот, а это шо, там, знаете, ну, все, как бы, там, индийское время, как говорится. То есть это значит, если на час назначено, то на два, на три часа это будет позже, знаете, то есть, ну, как бы, у них так все. Не обязательно. Я помню, заказывал гармошки, там, знаете, приезжаешь, короче, вот, они такие, ну, там, на назначенное время, все, они тебе там квитанцию выдали, что ты приедешь вот в это время, и гармошка будет готова. Ты потом приезжаешь, не готова. И они такие извиняются. Не, они тогда особо не извинялись. Там. Но ты там, короче, скрипишь зубами, потом видя тебя, они уже начинают понимать, что это, наверное, ненормально. А для них, у них этого понимания нет, что это как, ну, нормально, ничего страшного, знаете, там, ты там ехал, тащился с Вриндавана, Мадхуру, как бы, они приезжаешь, а там тишина, короче, да, то есть ничего не готово. Вот, и они говорят, через два дня, то по-любому, короче, все, ты там скрипишь зубами, они там видят, что ты такой напрянь, они такие, по-любому, короче, приезжаешь через два дня, блин, опять не готово, понимаете, то есть это вообще... Поэтому у них вот эти все проекты, и Вриндаванский проект, и Майяпурский проект, они очень туго шли. И Шрила Прабхупада, он менеджеров очень сильно напрягал, что давайте, то есть надо там в сроки, он там назначил, чтобы построили. А индусы, ну, они как бы вот такие, понимаете, и вот это у них там цемент, вот это там, то не привезли, там сказали, не сделали, знаете, то есть оно вот это вот все такое... Вот. А они же американцы, они привыкли к порядку, знаете, то есть менеджмент американский, чтобы все было четко там. И он говорит, я там душил их, короче, прессовал их просто жестко, короче, да, там они просто тряслись все, короче, да. И они реально, то есть это, и как бы их, и любой как бы индус, который столкнулся с таким поведением, вот, и тем более они еще были высокомерные такие, знаете, они были уверены, что вот мы, короче, самые правильные, преданные, потому что мы последователи Бхактивиданты с вами Прабхупады, то есть он как бы крутой, там все. И у них вот это эго было конкретно. И они прям приезжали, ну, то есть на таком, с такой позицией общались с многими, то есть индусами, которые были там, ну, реально и вайшнавы, там, и браманы какие-то, да, там, ученики, там, братьев-боги Шрилы Прабхупады. И очень многие совершали оскорбления, совершали ошибки, из-за этого потом
падали, деградировали. То есть они проявляли вот эту, проявлялась вот эта демоническая природа. Но мы можем видеть, то есть тем не менее, они делали служение Господу Чайтанье Нитьянанде, и они удовлетворили Господа Чайтанью Нитьянанду. То есть они стали как бы, то есть многие из них стали возвышенными вайшнавами, то есть они изменились, да, то есть их качества поменялись и так далее. Поэтому, хотя некоторые, вот некоторые, они до сих пор, я помню, Гуру Крипа с вами бывший, он, то есть их вот эта природа демоническая, она все равно остается, да, даже если они очистились, уже вайшнавы там все, реально. Но они иногда вот, ну, ее проявляют. Я, то есть Гуру Крипа с вами, он же, вы знаете, да, он собирал пожертвования для Шилы Прабхупады, там на разные проекты он собирал пожертвования. И один из этих проектов было строительство храма во Вриндаване. И они в Японии собирали пожертвования. Я слушал, и они там жили с такими же, то есть они тогда были молодые ребята, неофиты, то есть и, этот Гуру Крипа с вами, он там говорит, я употреблял наркотики до сознания Кришны, там во Вьетнаме воевал, говорит, ну то есть я такой был безбашный вообще, то есть у меня такая была как бы гунакарма, и я, говорит, когда собирал пожертвования, делал лайфмемберов, говорит, в этом, в Бомбее, и ну, пришел там на собрание, как бы там какие-то были индусы, они такие благочестивые, все там знаниями обладают, Махабхарату читают. А я, говорит, не мог, я не запоминал вот эти имена, короче, еще у меня там с головой было. Я только от наркотиков оторвался, говорит, там, года 2-3 назад. Ну, в Тамасе жил. Вот. А тут я саньяси уже, знаете, браман такой, типа, и приехал к ним и собираю. Ну, как бы вдохновляю их, чтобы они делали, ну, становились лайфмемберами, делали пожертвования. Вот, и он говорит, и они начали мне задавать всякие вопросы такие, что типа, ну, по Махабхарате, кто такой там Дритарашта, кто такой Юдхиштхира, там, кто там этот, кто тот, ну, как бы, вот. И я там что-то, говорит, напутал, короче, что-то там он неправильно или сказал, или что-то такое. Ну, короче, они ему что-то там, ну, как бы, поправили там или что-то такое. Вот. И, типа, ну, и потом что-то там ему сказали, что, типа, ты, как бы, вообще ничего не знаешь, короче, там, что ты тут нам рассказываешь, мы, как бы, больше знаем, чем ты, короче, о сознании Кришны, как бы, ты вообще не этот, никакой там ни браман, ни саньяси, короче, там. Вообще вырядился, пришел, тут деньги не собираешь. Он говорит, я, говорит, им сказал, что вот если вы, говорит, пару лет назад, говорит, со мной вот так вот разговаривали бы, говорит, я бы, говорит, вашей головой приложился бы об стол. А сейчас я, видите, говорит, смиренно терплю, говорит, и уважительно с вами разговариваю. Поэтому, говорит, это милость моего гуру. Поэтому я, говорит, вайшнав. И они такие были в экстазе, то есть они впечатлились, говорит, таким ответом. И все стали, говорит, лайфмемберами. Да. И когда, и они вот это вот, они находились в Японии, и несколько лет, и ну, не с ним, может 2-3 года они там находились. Вот представьте, без общения, то есть жили в каких-то гостиницах, там же храма не было, то есть что-то снимали. И они просто на улицах собирали пожертвования с японцев. Вот. И они там начали ручки у них воровать, у японцев. Там были ручки Паркер, очень дорогие, да, с золотым пером. Каждая ручка по 100 баксов можно было продавать ее потом, да. Вот. И они во время того, как они собирали пожертвования, просили пожертвования, они еще вытягивали у них эти ручки. Вот. И, ну, то есть сбор пожертвований был такой успешный. Да. И когда Шрила Прабхупаде сказали, что вот они такое там делают, Шрила Прабхупада сказал, они на самом деле не воруют, они забирают у воров и отдают хозяину. Но Шрила Прабхупада к ним туда приехал для того, чтобы, ну, как-то немножко их поддержать и, ну, чтобы больше там порядок навести. Он, конечно, так сказал, но это не значит, что он это
ну, одобрил, то есть он как бы так на позитиве старался. Но он туда к ним приехал. Я слушал аудиозапись того, как, ну, как он приехал к ним. Вот. Это очень интересно. Они, то есть он там им что-то говорит, они ему отвечают. И они отвечают, знаете, и вот у них, ну, в голосе, то есть он с ним, они с ним разговаривают, с Шилой Прабхупадой, но у них в голосе, вот, знаете, никакого почтения нет. Типа, вот, знаете, вот, ну, дед, типа, приехал, там, знаете, что-то там, там нам расскажешь, там, в таком духе, представьте. Я поражался, вот с чем приходилось, я просто без переводчика слушал на английском, с чем приходилось сталкиваться с Шилой Прабхупадой. Это не то, что, знаете, вот он как бы там пришел, и все там его почитали, уважали, знаете, как на видео. Там были совершенно разные ситуации. Бхактивикаша Махарадж говорит, иногда ему там лекции не давали читать ученики. Говорит, да он старый уже, там, знаете, он уже как бы там не, да. Ему приходилось там конкретно это самое. И Шрила Прабхупада так потихоньку начинает с ними разговаривать, вот, и как бы объясняет им, понимаете, напоминает им, я ваш духовный учитель, знаете, потому что они уже забыли. Они уже там живут, ну как бы деньги просто собирают, а сознание непонятно где, короче. Вот. И я так слышал, прямо вот через минут через 15 беседы, я слышу, они уже так ему что-то отвечают, и в их голосе начинают появляться такие нотки вот, почтения такого, знаете, смирения, вот, такой, ну, учтивости такой, знаете, раз, уже, и так раз, так, ну, прям слышно вот по звуку, как бы, как атмосфера там передается, вот она меняется, знаете, в правильное русло. Вот. То есть такие вот реально были люди, вот первые вот эти американцы. И так, что интересно, да, и потом этот Гуру Крипасвами, он где-то на 80% денег, 80% там, 80 даже с чем-то процентов, или 70, ну что такое, 80 пускай, денег, на которые был построен Кришна Баларам Мандир, это были деньги, которые собрала группа Гуру Крипасвами. То есть, там, когда заходишь в алтарь, в алтарную, то есть вот в храм, там слева такая вверху висит мраморная плита, и на ней написаны, ну, те люди, которые кто собрал пожертвования, то есть и за чьи пожертвования был построен храм. Вот там, и суммы указываются. Да, там что-то такое. И там вот первое там написано Гуру Крипасвами. И он как бы. И он потом, ну, он саньясу оставил, женился там на какой-то женщине оттуда, с этих узкоглазых регионов, короче, я не помню откуда точно, там, то ли с Таиланда, то ли где такие вот. И он вот так, ну, но он всю жизнь практиковал сознание Кришны, он как бы, я не знаю, может он на каком-то этапе вернулся, или может он и не уходил, но он как бы, я вот это не помню точно. Вот. И он очень продвинутый вайшнав, очень реализованный. Я слушал его на выступление на день ухода Шилы Прабхупады, такая большая была катха в Кришна Баларами еще раньше, когда я там жил. Вот, и мне очень понравилось, очень такой реализованный вайшнав. И он постоянно, он ездит, он до сих пор, вот у него получается, у него такое благословение Шилы Прабхупады, он, ну, какие-то большие деньги может как бы зарабатывать, ну, вот, разными, я не знаю, как там, способами. Вот, но у него хорошие деньги водятся, и он постоянно жертвует, как бы, да, и постоянно в храме, там, на службу все время приходит, то есть он такой строгий, как бы, садхака, такой вайшнав, и привязан очень к Вриндавану, живет во Вриндаване. Но вот эта природа его такая, понимаете, вот демоническая такая, воинственная, она остается. Это очень интересно, да, поэтому, ну, как бы, не... Я когда-то зашел в самадхи Шилы Прабхупады утром, вот. И он так сидит напротив Прабхупады, а я с этой стороны зашел так сбоку и сел там тоже, и так джапу читаю и смотрю на него. А он такой сидит на Шилу Прабхупаду, такой смотрит, ну как бы так смотрит прямо, а я как бы сбоку получается. И он так громко мантру повторяет, такой «Рекшна, Рекшна, Кришна, Кришна, Ари, 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 Ра». А я так, ну и сижу и на него смотрю, так и потихоньку так повторяю, такой, думаю, вот он, блин, красава, думаю. Так громко, короче, повторяет, ну, мало. Ну, я так на позитиве на него, в общем, смотрел так, ну, смотрел на него. А он такой сидит, Рекшна, Рекшна, ну, такой поворачивается, что смотришь? Такие, знаете,
прям такой воинственный, знаете, вот. То есть, ну, прям, я так не отвечаю, там, типа, ну, Хари Кришна, будешь, там, что-то надо, послужить, там, знаете, ну, что ты смотришь, там, тот преданный так, как бы. А он такой, нет, типа, что смотришь? С таким, как бы, настроением, с таким, то есть, природа остается, да, вот, но это преданный, понимаете, то есть, и мы должны это как бы понимать, учитывать, что природа вот эта обусловленная, она может иметь место. То есть она, даже если преданный очищается, не обязательно что, то есть, и здесь Шрила Прабхупада об этом говорит. Тамал Кришна Махарадж тоже вот рассказывали, что он очень такой был строгий. Кавичандра Махарадж, он рассказывал в те времена, когда они ездили, вот эта группа Радха Дамодары, это Мал Кришна Махарадж, он был там старший, а Кавичандра Махарадж, он как бы заместитель его был. Вот. И когда Тамал Кришна Махарадж уезжал путешествовать с Шрилой Прабхупадой, секретарем, то Кавичандра Махарадж оставался там за старшего, ну, как бы и группа продолжала свою деятельность. И время от времени Тамал Кришна Махарадж, он звонил, ну, узнать, как дела. Вот. И Кавичандра Махарадж, это я был в Майпуре, на уход или явление, или уход был, отмечали Тамал Кришна Махараджа, и, ну, как бы воспоминаниями делились преданные, и вот это он рассказывал. И он говорил, что когда Тамал Кришна Махарадж звонил, и его звали к телефону, раньше, ну, мобилок не было, его звали к телефону, вот, то, говорит, я когда трубку брал, у меня тряслись руки, говорит, я не мог, да. То есть вот такие, говорит, были отношения. Знаете, то как-то товарищ Сталин звонит, знаете, они такие все, знаете, вот такая, говорит, вот такие были отношения. Тамал Кришна Махарадж звонит, и я, говорит, вот так вот у меня руки тряслись, да, вот такая была. И он так, ну, такой же очень жесткий был. Вот. И это, как сказать, природа обусловленная, она проявлялась. Но с помощью этих качеств, понимаете, они пробивали, они служили Господу Чайтанье и Нитянанде. То же самое, что происходит сейчас, понимаете. То есть индусики такие, вот, понимаете, благостные, браманы, реально хорошими качествами обладают. Они приезжают сюда, в эту, понимаете, ракшасиную, хау. И тут такие, все, тут нереально, короче, что-то делать. Понимаете? И они все, и они уехали в Индию. Бхактисиддханта Сарасвати, понимаете? Потому что они выросли в той среде, они выросли в этих, как бы, в этой атмосфере, в этой культуре, в этих понятиях. И они просто не знают, с какой стороны подойти к этим западным людям. Понимаете? Вот. А западные ученики Шрилы Прабхупады, он их зашахтил, и они там приходили, короче, грузили там. Понимаете, на такой же волне они как бы... Конечно, Шрила Прабхупада, он был трансценденталист, его просто Господь уполномачивал, и он там как бы ревел, короче, да, там, давал им, как, ну, как бы Господь давал ему вот эту бхаву, хотя он, ну, это не природно для него было, но он ему, Господь Нитянанда его как бы уполномачивал, и он там тоже так жестко бывало, то есть... Шрила Прабхупада мог. Но это как бы. Но вот ученики, они смогли распространить. Потому что они применяли вот эти свои качества, казалось бы, демонические, для служения Господу Чайтанье Нитянанде. И они сделали это служение. Вот, и поэтому они достойны всей славы, то есть и прославления, мы это делаем, прославляем их. Но при этом у них были вот эти то есть качества, которые не являются, так сказать, слишком брахманичными. Да. Но здесь Шрила Прабхупада говорит, брахман не всегда вайшнав, но вайшнав по-любому брахман. И здесь Индра, он как бы переживает. Он переживает, что он совершил оскорбление. Почему? Потому что у него нет вот этой связи с Господом. Вот. У него нет такой, как у Арджуны. Вот. Даже мы можем видеть, даже Махараджа Юдхиштхира он переживал. Но там Шрила Прабхупада пишет, там другая история. Там он переживал, то есть после битвы на Курукшетре, когда поубивали всех, он как бы
Арджуна, он был по-другому, он выслушал Бхагавадгиту, понимаете, и он был Брахмабута Прасанат Манашути Чина Каншити, то есть он был вне скорби. Но Юдхиштхира Махарадж, его пригрузила скорбь и вот это чувство как бы совершенного греха, вот, потому что он не, ну, ему Кришна Бхагавадгиту не рассказал, но он такой был благочестивый, и он тоже попал под вот это вот влияние материального, материальных представлений о жизни, невежества. Вот. Ну там Шрила Прабхупада пишет, что так Господь устроил, чтобы, ну, чтобы Бхишма поведал ему, то есть, чтобы прозвучали вот эти наставления Бхишмадевы об Атмататве. И также здесь мы можем видеть Вритрасура, так, ой, Индра, то есть так как у него не было вот этой связи с Господом, и у него были мотивы материальные, с которыми он действовал, он чувствовал, что к нему придут реакции. Вот. И они пришли. Да, то есть он медитировал на тамагуну, да, как помните, этот Шакатари Прабу говорил. Прабу, не медитируйте на тамагуну. А то намедитируете. Да, и то есть он как бы, не понимая вот этого правила, понимаете, плана Господа, да, то есть если бы он понимал, он бы думал, да я все сделал, как бы, как хотел Господь. То есть Вритрасура должен был отработать карму, как бы, вот этого оскорбления там. Да, да, он даже ему об этом, да, и он бы сказал, да, поэтому у меня будет все четко, все будет классно, понимаете. То есть я, потому что я на самом деле удовлетворил и этого преданного Вритрасуру, и Господа. И вот если бы у него было такое сознание, у него бы было все классно. Но у него этого сознания не было. У него не было этого. У него не было веры в эти вот, ну, вещи. Да хотя ему Вритрасура даже об этом говорил. Вот. Он думал, то есть когда он сражался, он был привязан к своему положению, и он чувствовал так, что я убил вот, вайшнава, брахмана, защищая свое положение. И поэтому к нему пришли вот эти реакции. И они к нему, ну, то есть он, потому что он так был. Поэтому представляете, как сознание, оно все меняет. Все меняет. Поэтому очень важно развивать сознание Кришны. Иногда люди, они не понимают, когда мы им, например, говорим, там, распространяя книги, там, или еще как-то мы говорим, что вот мы же там типа умрем, там типа. А они такие смотрят, так а что, типа, вы не умрете или что? Типа, вот что это я тут Хари Кришна, так что я теперь не умру? Конечно, нет. Это потому что это сознание, вы по-другому. То есть смерть, она в сознании. Понимаете? Если мы меняем сознание, то смерти не существует. Для преданного, для Вритрасуры смерти не было. А для Индры смерть была. И он чувствовал, что он что-то плохо сделал для Вритрасуры, потому что он был на вот этой материальной платформе. И на материальной платформе присутствует вот эта скорбь, страх и скорбь. И мы видим здесь, как Индра, он, его одолели, вот этот страх и скорбь. Важно сознание. И важно также понимать план Кришны. То есть то, что я хотел сказать. То есть мы всегда должны... Шрила Прабхупада говорит, секрет успеха заключается в том, чтобы вот увидеть, в чем желание Господа, в чем план Кришны. Вот. И, конечно, это сложно сделать, не все это могут. Вот. Поэтому рекомендуется большинству преданных принимать гуру, то есть принимать авторитет старших, потому что мы можем не понять, какой план Господа. Вот. Но те, кто являются лидерами, они должны понимать, вот. И у них должна быть вот эта связь с Господом. И когда у них возникают какие-то непонятные ситуации, как поступить так или так, то есть они должны внутренне предаваться Господу и искренне, то есть искренне, то есть такие преданные, они могут искренне, то есть они не привязаны, так как они не привязаны, так будет или так будет, они способны искренне, то есть вручить себя Господу и сказать, что пусть будет так, как ты хочешь. Вот, потому что вот Шрила Прабхупада говорит, что самый лучший, то есть успех заключается в том, что
в жизни происходило так, как хочет Кришна. И поэтому вот я в это верю, и поэтому, Господь, я хочу так, что, вот, пусть будет так, как хочешь ты, короче. Не важно, что я хочу, пусть будет так, как хочешь ты. И наверняка Кришна даст нам разум, такому преданному Кришна дает разум, понимание, как он хочет. То есть мы это догадаемся, мы это поймем. Вот. И все, если мы потом будем делать, у нас будет все четко, то есть все будет совершенно. То есть Кришна будет нас защищать, сарват гарман паридеджа, он обещает. Вот. То есть наша задача в том, чтобы действовать в соответствии с планом, с желанием Господа. И это жизнь, то есть это вот на каждом, ну, такие моменты часто возникают в жизни, когда нужно правильное решение. А правильное решение – это то решение, которое совпадает с желанием Господа. Хорошо, на этом остановимся. Вопросы есть? Шримад Бхагаватам ки джай. Шила Прабхупад ки джай. Нитай Гора Премананды.